вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Поздравляем вас с Международным днем семьи! Приятно видеть в зале счастливых детей вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками. Здоровья, счастья и благополучия в ваших замечательных семьях! Проведение конкурса красоты в нашем городе стало не просто традицией, а необходимостью. Необходимостью насладиться красотой. Еще... Побывать на шоу в качестве участника или зрителя. Еще не смолкли аплодисменты конкурсов «Миссис года», «Мистер года», «Мисс Ганцевичи», как заявили о себе самые маленькие жительницы города. И сейчас на ваших глазах в жесткой, захватывающей, конкурирующей, увлекательной, в борьбе, в игре, буду сражаться за титул «Мисс Малютка 2008». Евгений! Евгений, тебе не кажется, что ты слишком серьезно начал свой конферанс? Как будто объявляешь бой между Кличко и Тайсоном. Сегодня праздник, праздник красоты. Елена, за кулисами я понаблюдал за нашими конкурсантами. Они настроены по-боевому, и я чувствую, что многие сегодня будут в нокауте. Малютки? Нет, зрители и члены жюри, которых пора уже представить. Дорогие друзья, наш конкурс сегодня оценивают. Сорока Людмила Григорьевна, ведущий специалист районного отдела образования. Заборовская Людмила Васильевна, педагог, прекрасная мама и миссис года. Мелищук Ирина Вячеславовна, хореограф, руководитель кружка по обучению восточного танца. Карпович Людмила Станиславовна, управляющая районного отделения Агропромбанк. Крупенич Галина Борисовна, специалист районного центра детского и юношеского творчества, член правления районной организации «Белорусский союз женщин». И Севрук Наталья Константиновна, зауч средней школы номер 3. Итак, конкурс «Мисс Малютка» начинается. Первый конкурс. Визитная карточка. Несмотря на возраст, лучше девочки в мире нет.
Характер у меня добрый и любят меня все. В любую я минуту согласна помочь всем. Друзей имею много, могу и спеть, плясать. А тем, кто меня младше, и книжку почитать. Ведь время учится быстро очень. Скоро вновь наступит осень. В школу я, друзья, пойду. Стать отличницей смогу. Ведь учиться мне не лень приносить десятки. Буду я из школы каждый день. Больше хвастать я не стану. Обещаю твердо я, что гордиться будет скоро мною вся моя родня. Зачем мне папа дарит все журналы мод? Мне нужен был журнал, но не тот. Постойте, я здесь вижу объявление. Модный кастинг приглашение. Вот здорово, на конкурс красоты. Об этом так давно мечтала ты. Но там жюри, там конкуренты, цветы, улыбки, аплодисменты. Скажу вопрос, что мне 6 лет, что мне по смелости здесь равных нет. В школу творчества часто посещаю и на районных праздниках блистаю. Еще добавлю, что я петь люблю и дома для родителей пою. Между прочим, спортом увлекаюсь. В отличной форме быть всегда стараюсь, чтобы фигуру поддержать и на сцене выступать. Признаюсь, люблю зеркало вертеться. Свои мамины наряды мне 100 раз перемерить надо. Люблю читать, рисовать, разукрашивать и клеить. А в общем, я веселая девчушка, пивунья, говорунья, хохотушка. На сцене решила выступать. Прошу вас дружно меня поддержать. Мне имя дает вдохновение, поладить с музыкой стремлюсь, рисовать, читать учусь. С народной песней я знаком, хорошо стараюсь заслужить я все дипломы. А если в танце закружусь, вам волочковой покажусь. Гимнастикой я увлекаюсь, в отличной форме быть стараюсь.
чтобы фигуру поддержать, чтобы на сцене выступать. По гороскопу знак мой дева. Хочу красивой быть, как королева. Люблю я торт, пирожные и особенно мороженое. Признаюсь, никуда уж мне не деться, люблю перед зеркалом вертеться. Прошу жизни все оценить, ведь так хочу я первой мисс малюткой быть. Я в школу не хожу. Скоро мне 6 годиков, в 4-й садик я хожу. Я Иванова Катенька, богатая сестра. 2 старших моих братика, опора для меня. А еще есть 2 кузена, 2 кузины, тети 2. Папа, 2 любимых бабушки у меня в семье. И милее всех на свете, всех роднее на земле. Нет такой другой, поверьте. Мама Машенька, ты где? Люблю петь и танцевать, вместе с мамою своей зал спортивный посещать. Школу творчества и баню посещаю постоянно. Я хочу здоровой быть, людям радость приносить. Вот как много я сказала. Судьи, вы уже устали? Ну, тогда еще скажу. Я бываю непослушной, крашу губы, лезу в лужи, в маминых туфлях хожу, дружбою с мальчишками очень дорожу. Кажется, я все сказала и немножечко устала. Вот какая я малютка. Бабушка, ты трюк.
Алина Шахрай. И Александра Локтыш. Уважаемые зрители, на нашем конкурсе учрежден приз зрительских симпатий. Поэтому, пожалуйста, будьте активными и в конце программы обязательно назовите ту участницу, которая вам больше всех понравилась. Для этого вам надо будет на обратной стороне билета написать номер или фамилию конкурсантки и передать на судейский столик. Ну а пока наши конкурсантки готовятся к следующему конкурсу, у нас музыкальная пауза. Для вас поет Артем Песоцкий. Эта песня посвящается Нине, участнице этого конкурса и нашей имениннице.
Baby Dance исполняет танцевальный коллектив «Радуга». Наши юные конкурсантки талантливы не по годам. Перед началом конкурса я ознакомился с творческим портфолио участниц. У каждой за плечами многолетний опыт выступлений перед публикой. Такое ощущение, что петь, танцевать они научились еще будучи в колыбели. Да, Евгений, рядом с ними ты малыш-малышом. В этом конкурсе девочки раскроют нам свои артистические способности, умение петь, танцевать, либо читать. Ваши аплодисменты! Шоу продолжается! Разве во мне ветер кофе?
звонком. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Вдруг видят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Собака-то как зарычит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Позвольте, мамаша, на станции, согласно багажной квитанции, от вас получили багаж, диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти. Для вас поет Радмила Бондарь. When I get you picking me, you better get it too.
Thank you.
Лена, ты в детстве играла в куклы? Конечно. У меня было 10 кукол Барби. Я придумала сюжеты игр, шила им различные костюмы. Да. Жаль, что мальчишки не могут играть такие игры. Вот лично я бы научилась хотя бы пришивать пуговицы. Да, сейчас за тебя это делает мама. Но в будущем... Жена. Нет, армия научит. Дорогие зрители, наши юные модницы могут поспорить с любым домом мод в конструировании моделей одежды. Сегодня, сейчас вы станете свидетелями рождения будущих известных кутюрье и моделей. Итак, следующий конкурс «Кукла Барби». Аплодисментами поблагодарим наших.
Но у нас вновь музыкальная пауза. Встречайте трио «Три подружки». Thank you.
В жизни каждой девочки главное событие – это первый бал, первое бальное платье. Все происходит как в сказке. Каждая ощущает себя Золушкой в хрустальных туфельках. Дорогие зрители, приглашаем вас на бал к Золушке. Наш конкурс. Я приглашаю всех участниц выйти на сцену.
Рублевская. Номер 3. Нина Тайлис. Номер 4. Владислава Нагорнович. Номер 5. Катя Иванова. Номер 6. Полина Шахрай. Жюри будет совещаться, я приглашаю юных артистов самодеятельности сцены. Для вас поет Анжелина Хилютич. Thank you.
Бондарь вальным коллективом «Радуга». Не влезай, убьет. Поаплодируйте деткам, такой праздник. Ну что вы, люди? Начну с вопросов. Поднимите, пожалуйста, руки, кто бы был на концерте на 1 мая. Классно, ни одного не было. Девочка, ну это вы. Тогда я немножко повторюсь. Вы знаете, я родился в Советском Союзе, вырос. Тогда была большая страна. Много союзных республик. И тогда запросто можно было поехать из одной республики в другую, без всяких виз. И сравнительно дешево. Я помню, с минеральных вод билет на паровозе стоил 10 рублей, на самолете 33 рубля. Но я не про то. Что характеризует каждый город? Вот. Характер города в чем проявляется? Ну, в детях, правильно, в людях. Поэтому давайте сделаем маленький такой экскурс в прошлое и побываем в разных городах. Начнем с нашей столицы. Ну, дядька, який ездит по городам, такий простий хлопец з України, з Котовку. Москва! Людей сколько, такси, Москва! Все куда-то бегут.
хотите проехать? Убег. Девушка, девушка, у вас такие длинные. Девушка, вы куда? Одну минутку мне спросить. Убежала. Мальчик, 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 пионер, ты куда? Подавишься мороженым. Подожди, мальчик. Бабушка, бабуля, бабулечка, спрой, куда ты летишь, старая, рассыпися. Граждане москвичики, 10 доляров тому дам, кто остановится. Перенесемся в Прибалтику. Высокие, стройные люди, очень вежливые. Девушка, скажите, пожалуйста, как проехать на бульвар Райниса? Бульвар Райниса? Извините, пожалуйста, я очень плохо говорю по-русски. Как это будет по-русски? Извините, пожалуйста, мы проехали. Как бульвар Райниса? Извините, пожалуйста, мы опять проехали. Как бы вам это объяснить? Извините, пожалуйста, я очень плохо говорю по-русски. Вам нужно было выйти на предыдущий, но мы опять приехали. Мне вы выходить, а вы спросите. Из трамвая вообще не выходите, на обратном пути спросите. Одесса. Молодой человек, скажите, пожалуйста, как пройти на Дерибасовскую? Да. А вы сами с откуда вы будете? Я сам с Котовска, а что? Да нет, так ничего. Кстати, какой у вас значок, у меня такого нет. Нет, вы мне скажете, как пройти на Дерибасовскую или нет? Что вы так торопитесь? По Дерибасовской не бегают, по ней гуляют постепенно. Ну и как там у вас в Котовске? У нас в Котовске нормально. Вы мне скажете, как пройти на Дерибасовскую или нет? Куда вы так торопитесь, а? Вот берите пример с меня. В нашей семье было 9 душ детей. Я вот прямо с горшка и прямо на работу. Кстати, а почему вам не сходить на кладбище к моей маме? Куда вы побежали? Дерибасовская за углом налево. Ах, Тбилиси, ух, Тбилиси, эх, Тбилиси. Молодой человек, скажите, пожалуйста, это проспект Шатару-Ставели? Что ты сказал? Вообще-то ничего, я спросил, это проспект Шатару-Ставели? Ты что думаешь, язык грузин вспыльчивый, его дразнить можно, да? Как ты мог назвать грязный кривой переулок проспектом Шатару-Ставели? Слушай, не делай так, чтобы я вспылил, скажи, что ты пошутил. Хорошо, я пошутил. Все, ты мой гость. Пойдем я тебе с мамой познакомлю. Выпьем бутылку вина, у тебя глаз станет зоркий, как у орла. Выпьем вторую, у тебя нос станет красивый, как у меня. Выпьем третью, ты уброд перейдешь к Уру и схватишься с самым человеком в Грузии. И скажешь, Дидико, я не хочу уезжать с Тбилиси, я хочу умереть здесь. Я скажу, зачем умирать? Живи. Мой дом, дом, твой дом. Пойдем, я тебе с мамой познакомлю. Ну и, наконец, Минск. Товарищ, уважаемый, скажите, пожалуйста, как мне пройти и проехать на Московскую? Московскую? А какую вам треба? У нас же две московские. Одна станция метро, а другая улица Москва. Так какую вам? Ну, вообще-то я не знаю, вообще-то там, где киностудия. Почекай, почекай, почекай. Я сам так сам, а не Мясточковый. Я ж из Люшина. Это жонка моя из Минска. Ну, и теща до нас при... А теща у меня хорошая. Одна рука у нее тяжка, а так она хорошая. О, нормально теща. Так что тебе треба? А, московская. Почекай, меня послали за хлебом. Давай мы с тобой пляшечку водим. Пойдем, я не еще раз скажу. Не бойся, тебе бить не буду. Так что я кое-поты в мене. Так, чтобы немножко вам поднять настроение и жизнь. Я ничего не лгу. Как я лгу, как моя куры вырыпаете. Теперь проблема какая? Мобильники. Дети в школу ходят с мобильниками, правда? Самая простая история. Кажу, папа, купи мобильник. Який мобильник, а? Поросят куплять треба, ёй, мобильник. Який мобильник, а? Ну, все дети по школе ходят, рискуют. Я тебе зерово вырожу, покрашу, будешь по школе ходить на перепинку ризиковать. Ось же перепинок, я находить. Алло, алло, пацаны думают, что за модель такая? Отобрали, да деревянный, поломали щелбаном, надавали, надавали и выкинули. Рано батько прочинается, на плоті написано, дура,
Он говорит: «Дочушка, вставай, тебе смс-ка пришла». Бабушки, это наши сегодня звездочки. И я хочу от имени себя и от имени жюри, во-первых, поздравить вас с Днем Семьи. Пожелать вам, чтобы в ваших семьях господствовало только покой, только благополучие и мира вам, вашим семьям. Очень непростая задача была нам, членам жюри, и очень простая, потому что практически все наши звездочки набрали одинаковое количество баллов. Они все были прелестные, они все победители, потому что непобедителей у нас здесь нету. И сейчас я перехожу к самому волнительному для них. Это вручение первых грамот. Итак, в номинации «Улыбка» награждается наша маленькая звездочка Нина Дайлит. В номинации «Кокетка» награждается Катя Иванова. В номинации «Обаяшка» награждается Оля Мащенко. В номинации «Очаровашка» награждается Алина Рублевская. В номинации «Озорница» награждается Александра Локтыш. В номинации «Прелестница» награждается Владислава Нагорнович. Мисс Малютка Полина Шакраев.
Уважаемые наши девочки, будьте всегда такими прелестными, красивыми и радуйте своих мам своими прелестными улыбками. А вам, уважаемые родители, здоровья, благополучия и счастья на многие-многие годы. Еще минутку терпения, пожалуйста. Мы с моей красавицей решили, что выделим еще приз для той девочки, которая наберет максимальное количество голосов в зрительном зале. Так вот, сегодня стала девочка, которая набрала максимальное количество голосов, приз зрительских симпатий получает Катя Иванова. Дорогие наши малышки, спасибо за тот праздник, который вы нам сегодня подарили. Желаем исполнения всех ваших желаний. Мы приглашаем на сцену ваших мам, пап, бабушек, дедушек разделить ваш успех и поблагодарить их за таких замечательных